На одном из участков улицы лейтенанта Рябцева в этот совсем не весенний день активно идут работы. Специалисты коммунальника заняты важным делом – удалением аварийно опасных деревьев, а также расчисткой поросли инвазивных видов деревьев и кустарников, численность которых подлежит регулированию. Работы по обрезке деревьев велись на территории всего города. Согласно плану обрезки деревьев, на основании заявок жителей, а также плановой обрезки деревьев на городских улицах, работы же по сносу и по выявлению опасных деревьев на городских территориях ведутся на постоянной основе, поэтому территория также обширна, территория всего города. Но не только эти работы выполняют специалисты, они восстанавливают зеленую среду нашего города, высаживают газоны и новые деревья. На проспекте Машерова работа в самом разгаре, ни помеха, ни дождь, ни холодный ветер. Сейчас активно ведется работа по посадке деревьев и кустарников на городских территориях, на территориях учреждений образований, согласно договорам, заключенным нашей организацией, на выполнение капитационных посадок. В текущем году уже высажено более 4800 деревьев, а также порядка 1300 кустарников на городских территориях. Эти работы ведутся согласно плану озеленения на 2021 год на территории города Бреста. В основном высаживаются те виды деревьев, которые устойчивы к городским условиям. Липы, березы, ели, ясени, рябины и другие. А значит, совсем скоро наш город вновь забестрит зелеными насаждениями, что придаст облику областного центра уюта и красоты.